Всем привет, дорогие подписчики. Фу, сегодня день жары просто адской. Мне уже надоело пить. Что я пью, что я потею. Сейчас я вам покажу, на каком я этапе стройки. Покажу внутри. Вот так, уже окошки виднеются. Одно окошко. Второе окошко. Двери. Сейчас покажу, может, кто обратил внимание, когда я показывал. Здесь луплю такие блоки здоровые, потому что мне, когда привозили блоки, это не распиленные блоки получились. Ну и как бы сделал замечание, им сказал, что там не порезанные блоки. Они, знаете, что мне ответили? Так что, так лучше положил и будет супер. Слышите, я этот один блок, я не знаю, здесь, наверное, надо тяжелоатлетом быть. Короче, я измогаюсь. Все получается. Мне осталось, короче... Так, это значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, седьмой закончу, еще останется два. Два сделаю. Сейчас начнутся перемычки над окнами. Ложить уголки над окнами и в блоках внутри прорезать такую канавку. Вот, допустим, сейчас покажу. Вот здесь прорезаю такую канавку. Здесь будет такая канавка. Сюда я буду ложить арматуру и заливать цемент. А здесь будут уголки. Ну, чтобы надежно. Вы знаете, если я делаю это для себя. Так что жара, тяжело делать. Врать не буду. Но надо сделать быстрее. Еще хотим этим летом крышу сделать. А сейчас покажу, как смотрится с улицы. Вот так уже, знаете, такие стены здоровенные. Это мне еще два ряда надо сделать. Так как бы смотрится прикольно. Фундамент, который здесь внизу под блоками, я буду пенопластирол покупать. Вот такой, как под ванну. О! Женя говорит, положи под ванну. Под ванну, говорю, под бассейн. Под бассейном пенопластирол. Положил под бассейн, а сейчас я буду туда покупать. Вот это супер. Так что там пенопластирол буду троечку ложить, наверное. Посмотрим, может, пятерку. Когда это закончу, потом вам покажу, что дальше будет. Так что смотрите следующий этап. Дорогие подписчики, короче, стройку немножко завершил, смотрите. Здесь, ну это уже прошло, здесь такая была, такой ураган был. Блин, что я капец, я самое больше переживал за голубику, потому что я ее подвязал посередине. А такой ветер большой был, я думал, что он ее поломает. Уходил... Ходил, смотрел, вроде бы нормально. Ураган, ураган, о, какие тучи. О, как там гнет деревья. Меня это не остановит, я сейчас... О, качелька, смотрите, качель сама по себе катается. Ух, ветер катается. Я сейчас спрячусь в сарае. Найду себе какую-нибудь работу. Он сейчас помотыляет, помотыляет и перестанет. Вот так, покуда у меня пауза в строительстве. Но я успел сделать немного. Ряд целый положить. Во. Все, следующий ряд пойдет с перемычками. Ладненько, потом покажу уже конец. Это была просто чрезвычайная ситуация. О, только заметил, смотрите, на крыше. На крыше это вот лестница, по которой лазить. Ее даже сдвинуло, видите? Она, наверное, там лежала веками, и то такое ветрище было. Я не успел просто за камерой сбегать, у меня руки были грязные в растворе. Я быстренько здесь бегал с этими блоками, чпок-чпок-чпок-чпок, долаживал. Быстрее бы успеть, потому что думал, будет дождь. Но я смотрю, дождь гремит где-то там, но только не здесь. А дождика мы ждали, конечно. Ладненько, все, полетело. Короче, я подошел уже к концу. Вот. Это предпоследний ряд. Предпоследний ряд. Чтобы мне положить последний, мне надо эту вот верхушечку. Не знаю, что это такое. Как называется, если честно. Вот эти досочки. Оборвать. Я их сейчас буду отрывать. We'll be right back.
Вечно, когда что-то делаешь, как говорится, есть заноза в заднице. Вот это и есть заноза в заднице. Тут и гнездо птичье. О. И осиные гнезда. Здесь что только здесь нету. Скейтбол. Блин. Здесь я буду ложить. Прям балка лежит. Ну, вроде бы мы... Это если балка лежит, эти балки, как бы будет продолжение, это наша пристроечка. Здорово, мала! Чтобы я еще на конец дня себя покалечил. Может, там будет сундучок. Не поддается гадость. Конечно, такие гвоздодеры, блин. О! Пошла! Родимая! Аж приятно! Аж приятно! Знаете, я вам скажу, раньше делали дома тоже на совесть. С дерева, ну, блин, попробуй разбери. Это я окна менял. Ну, жалко, я не снимал. Ну, там сделано профессионально, конечно. О, же чердак видим. Я думал, пачка доляров упала. Это просто кусочки дерево. У нас, кстати, на чердаке есть находка. Мы потом как-нибудь, когда будет там светло, когда будем разбирать крышу, вам покажем находку. Так что смотрите и убачите. И там застопорилось. Ёбушки, воробушки. Вот же, зараза, а. О, блин. Чё себе моща. Аллилуйя. Все, на сегодняшний день у меня закончен. Уже как бы солнце зашло. Мне еще надо идти мыться, как всегда. Так что там я оторвал. Так, еще доложу
блоки там, там, здесь. Всем спасибо, что меня смотрите. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Ставьте свои плюсики, комментарии. Задавайте вопросы. Исправляйте меня. Не бойтесь меня обидеть. Я буду очень благодарен. Может, что-то я не так делаю. Вот так. Все. До новых встреч. С вами был Макс Мастер. До свидания.